Здорово, друзья! И как вы, наверное, поняли по названию, по превью этого видео, я буду жестко хейтить Angry Birds 2. Почему же я так решил? На это у меня есть весомые причины. При заходе в игру нас встречают 1500-800 тысяч всяких акций, предложений. Зайди туда, иди сюда. А я, может, хочу просто лысого избить из рогатки. Также в игре просто максимально пытаются выжать из вас деньги. Купи перья, купи то, купи все. Всякий ненужный, всякий шлак никому не нужный. Единственное, что хорошее в этой игре, так это сами уровни. И то, они бывают очень сложные, и на их прохождение нужны всякие заклинания, деньги, всякие штуки. Из обновлений в этой игре только новые шапочки, которые дают вам новое какое-то событие, никому не нужное, и возможность задонатить. То есть эта игра, можно сказать, попрошайка, она максимально вычтет из вас денег. А эта башня удачи, ужас какой-то, вообще непонятно. Уре, вот просто вот любыми способами пытаться из тебя выжать деньги. То есть ты можешь получить перья так, потом еще что-то, прокачать пиццу так, сделай то, сделай это. В общем, куда ни пойти, везде донат. Еще и реклама. Также в игре полным-полно всяких различных багов. Также это какая-то сверка, это ненужная, не очень красивая графика. Друзья, не играйте в Angry Birds 2. Играйте, знаете во что? Играйте в крестики-нолики. А еще посмотрите вот это видео, которое по ссылке в описании. Это продолжение моего обзора. Надеюсь, оно вам понравится. Всем удачи.